Привет, с вами Вилсаком. Обожаю, когда такое происходит. Шел себе по CES 2018, ничего особо интересного вокруг не происходит. Я нахожусь где-то в каком-то углу, уже хотел уходить, и тут бац, прикольный корвет. Думаю, ну красивый, тут леды всякие, в чем прикол? Стал изучать, а он, мать его, электрический. И быстрый, как скотина. Давайте расскажу о нем поподробнее. Поехали. Ребята взяли корвет C7, платформу, и сделали на ней монстра. 800 лошадиных сил, развесовка 50 на 50, от 0 до сотни 3 секунды. Запас хода плюс-минус 300 км в час. В этом плане, конечно, это не самый экономичный, или, ну, это не машина, на которой надо ездить куда-нибудь за грибами или там на дачу далеко. Это тачка, которая ездит в городе и всех нагибает. Самый кайф в том, что это ультра-раритетная тачка. Их будет выпущено всего 75 штук, и стоит она будет, ну, мне сказали, где-то до 100 тысяч долларов. Hello, darkness, my old friend. И самое кайфовое, знаете что? Идите сюда, друзья. Ее можно заказать в Россию. Хотя нахрена корвет в России, даже электрический. Но эксклюзивно. Конечно же, машину доработали как по экстерьеру, так и по интерьеру. Там все алькантары обили еще в 3 захода. Здесь всякие леды симпатичные занизили. Карбоновые диски, карбоновые. Тормоза Brembo. В общем, все нормально у пацанов. Огромный спойлер. Очень классный цвет синий, но говорят, что можно будет выбрать любой. В общем, вы знаете, мне понравилась даже не столько эта тачка, она же красивая. Я ездил на корвете. Если кто не зырил наш обзор Stingray, посмотрите. 500 сил мы на нем по долине смерти гоняли, все как надо. Но идея в другом. Можно же взять любую машину, вот любая, которая вам нравится, там какой-нибудь, я не знаю, ну, Мустанг, вот я, например, Ford Mustang очень люблю, красивый, еще старенький какой-нибудь, знаете, там, 70 какого-нибудь года, чтобы с фастбэк, вот эта тема, и сделать его, твою мать, электрическим. У нас была даже такая идея, взять какую-нибудь классную тачку, может быть, muscle car, и превратить его в электрокар, быстрый, классный и так далее. Ну вот, ребята уже реализовали, более того, продают такие машины, но мы, может быть, построим свой Project Titan, может быть, у нас получится, может быть, нет, все с вашей поддержка. Опять же, ставьте лайки, если вам такая тема была бы интересной. Сейчас Porsche доделаем и замутим себе электрический Mustang, например. Вот такой вот мысль я с вами поделился. Ну, а эту штуку, если что, можно купить. GenovationCars.com. И, пожалуйста, электрический корвет вашей мечты у вас в кармане. Будьте одним из первых, и все получится. Мне понравилось. Очень красиво. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши социальные сети, читайте wheels.com, и совсем скоро увидимся. Пока. Вот оно, счастье.